Тут отчаянная битва двух юных мужчин за спящую мадам, которая даже не подозревает о баталиях вокруг ее тела. Спи себе, солнце, так проспишь все счастье. А тут попытка состыковаться с моей нестандартной мадам. Вот видели, какая вот она? Интересное переплетение. Неправильные чешуйки получились. Пластиночки. Тут такие две у меня девки. Вот я хочу от них посмотреть потом, что получится. Но для этих целей надо отдельно их отсадить, чтобы сомнений колебаний не возникало. Ну а тут все продолжается битва. Один погоняет второго. Движняк полным ходом. Некоторые девушки сами к мужчине доклепываются. Вот я тебя хочу. Возьмите меня, ну возьмите меня. А он вообще, он чисто к спящей хочет. То есть это его даже не интересует, мадам. Так тоже в жизни бывает. Причем у людей чаще. А та, которая проявляет вот интерес, вот он никак. А вот к спящей вот и шипит, и все на свете. Говорит, давайте познакомимся поближе телом. Ну вот, не судьба. Ну что, с кем ты там спариваться собрался? Ну, удачи тебе, удачи. В принципе, может что-то и получится. Только там дама уже беременна, ей же не надо. Угу. И сейчас опять к тебе мужчина подкрадется. Сейчас опять будете рога друг другу наламывать и усы тоже. Сейчас, сейчас. Да, она беременная. Вот не туда ты, собственно. Так, вот это вот самое оно, да. Да. Все-таки обоим этим мужчинам спящая красавица очень нравится. Надо ее разбудить. А ну просыпайся. Из-за тебя столько баталий. Капец. Проспишь свое счастье, блин. Потерял, да. Прозевал, ушла. Принцесса спящая. Ну, вот так вот в жизни бывает. Сейчас он мужик подкрадется другой. Там он баб, полная это, он. Закуточек. Выбирай любую. Они тут спят оптом. Тут все нормально. Занимайся, блин. Нет же ж, именно та была нужна. Капец.